В Москве прошло заседание правления Союза женщин России. На этом форуме под названием «Действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы» приняли участие председатели региональных отделений Союза женщин со всей России, в том числе и руководитель Карачаево-Черкесского союза женщин Марина Барлакова. О том, какие темы обсуждались на этом мероприятии, какова была программа заседания и какие мероприятия проводит Союз женщин, об этом нашему корреспонденту Беле Джазаевой рассказала Марина Барлакова. Добрый день, Марина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и сегодня пришли к нам в гости. Повод у нас замечательный – ваша поездка в Москву. Но до этого я хочу сказать, что вот ушедший год, 2022, для вас был очень насыщенным и плодотворным. Что касается работы Союза женщин, что касается акций, которые вы проводили, вашего хозяйства, ваших постоянных поездок в Москву, потому что вы являетесь членом правления Союза женщин России, как председатель регионального отделения. И нашу беседу я хочу начать с вашей последней поездки в Москву. Вы были на заседании правления. Что вы там обсуждали? Здравствуйте. Действительно, 13 декабря я вылетела в Москву на заседание правления Союза женщин России. Оно проходило 2 дня, 13-14 декабря, и принимали участие все председатели региональных отделений Союза женщин России. Вот. Название заседания, которое проходило, звучало следующим образом: «Действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы». На самом деле я первый раз принимала участие в заседании правления Союза женщин России и осталась под впечатлением. Принимали участие женщины 76 субъектов Российской Федерации, и каждая из них произвела на меня неизгладимое впечатление. Чуть позже я расскажу, почему и как. Но в целом я поняла, что вот эта организация «Союз женщин России» своими действиями, тем, что вот собирает нас вместе в одном здании таких разных женщин с разных субъектов Российской Федерации, объединяет нас, ставит перед нами цели, одинаковые для всех, на самом деле имеет большое значение. Я наблюдала за каждой из присутствующих. Мы и внешне различались, да, и, скажем так, и цели у нас у каждой были разные в том плане, что каждая из нас возглавляет какую-то организацию, то ли общественную, то ли какое-то предприятие производственное. И помимо этого на себя взяла ответственность по тому, чтобы возглавить, помимо этого, общественную организацию Союза женщин России, региональное отделение. Но все мы хотели на самом деле одного – это благополучие в своих регионах, это процветание своих регионов. И, знаете, вот эти женщины, которые выступали на заседании правления, было видно, что они это делают не первый раз, возглавляют эту организацию в своем регионе не первый год. И было очень интересно слушать о той проделанной работе в их регионе, о работе очень значимой, большой. И я для себя делала отметки, какие-то выводы, чтобы я для себя в свой регион могла бы перенести из вот этих выступлений. Женщины были на самом деле очень уникальные, которые проводят огромнейшую работу, как общественную, так и непосредственно на том предприятии, которое они возглавляют. И все это время, вот 2 дня, с 10 утра до 5 вечера, вы знаете, я не переставала восхищаться каждой из них. Екатерина Филипповна Лахова, наш лидер, которая достойна уважения. В очередной раз повторюсь, что это очень многогранный человек,
который объединил всех нас. Она открыла заседание правления. И, вы знаете, она каждый раз вдохновляет, придает нам сил, уверенности в том, что мы делаем. И после этого она дала слово членам бюро Союза женщин в нашей общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Есть бюро, в состав которого входят все министерства Российской Федерации, представители министерств Российской Федерации. И открывала наше заседание Ольга Юрьевна Баталина, первый заместитель министра труда и соцзащиты Российской Федерации. Она довольно такой вот содержимый доклад прочитала. И в очередной раз мы для себя сделали вывод, что работы на следующий год у нас только прибавится. И поскольку следующий год считается годом наставничества по указу президента Российской Федерации, то задачи у нас увеличиваются в том плане, что нам необходимо каждый в своем регионе найти наставников для нашей молодежи активной, для того, чтобы передать тот опыт, который наработан уже, и как-то закрепить его. И ближе к вечеру, когда заседание правления подходило к концу, в зал вошли мужчины в военной форме. Для нас это было очень неожиданно. Это были представители Министерства обороны, которые наградили медалями Министерства обороны самых активных женщин регионов, председателей региональных отделений, которые провели вот эту акцию «Защитникам с любовью» с наибольшими показателями. У нас такие замечательные женщины, которые непосредственно сами сопровождали грузы до границы, где шла военная операция. Всех я перечислять сейчас не буду, но мы были очень рады за своих подруг, что с нами вместе есть вот такие женщины, которые не боятся в это тяжелое время заниматься таким непростым делом. И уже по завершению нашего вечера нас пригласили в фойе, где нас ждал сюрприз, творческий вечер. Да, но он был посвящен опять-таки нашим защитникам. И по желанию каждая женщина читала стихи, посвященные военной, была военная тематика, посвященная женщинам. И я, в свою очередь, знаете, такое желание возникло прочитать стихотворение Эдуарда Осадова, посвященное женщинам. Если вы разрешите, я его в эфире прочитаю. Пожалуйста. Ты прекрасная, нежная женщина, но бываешь сильнее мужчин. Тот, кому-то судьбою обещано, на всю жизнь для тебя один. Он найдет тебя неповторимую, или, может, уже нашел. На руках унесет любимую в мир, где будет вдвоем хорошо. Ты сильна красотой и женственна, и лежит твой путь далеко. Но я знаю, моя божественная, как бывает тебе нелегко. Тают льдинки обид колючие, от улыбки и нежных слов. Лишь бы не было в жизни случая, когда милый предать готов. Назначением своим высокая. Дочь, подруга, невеста, жена. Невозможно постичь это многое, где разгадка порой не нужна. А нужны глаз озера чистые, и твой добрый и светлый смех. И смирюсь, покорюсь, не выстою перед тайной улыбок тех. Спасибо, спасибо большое. Союз женщин не остался в стороне от специальной военной операции, которая проходит в Украине. Ваш союз женщин, ваше отделение проводит множество акций, в том числе акция, которая называется «Сердце матери». Я бы хотела о ней чуть поподробнее узнать. И
в принципе, какие мероприятия вы еще проводите? Я знаю, что было большое глобальное мероприятие, посвященное Дню Матери. Что еще вы делаете? Каждый год Союз женщин России предлагает нам свой план работы, который мы используем в своих региональных отделениях. Конечно, мы его дополняем своими мероприятиями. Вот, мероприятий множество. Но в этом году, в связи с тем, что произошла вот эта специальная военная операция, мы посчитали, что самое главное мероприятие, которое мы можем сделать, это акция, посвященная сбору гуманитарной помощи для наших военнослужащих, которая называлась в нашем регионе «Сердце матери». Наши районные председатели женсоветов приняли самое активное участие в сборе гуманитарной помощи, за что я им очень благодарна. Большое количество наших жителей республики приняли участие в этой акции. Но по итогу, когда приближался уже День матери, мы решили, почему бы нет. Почему бы вот этих женщин, которые принимали активное участие, да, в жизни нашего региона, в частности, вот в сборе гуманитарной помощи, женщин, супруг наших военнослужащих, сестер, почему бы их не отметить, как-то не воодушевить и не поддержать? И мы решили сделать мероприятие, посвященное Дню Матери, праздничное. Мы пригласили артистов нашей республики. И каждая из наших женщин сделали небольшой сюрприз в виде подарков и отметили их почетными грамотами Союза женщин России, нашего регионального отделения. Вот. Но по итогу все женщины без исключения остались довольны. И в очередной раз мы поняли, что мы на правильном направлении и что вот это мероприятие, оно было необходимо в тот момент. Потому что праздничные мероприятия проводить в такой тяжелый год, оно как бы не совсем уместно. Но именно это мероприятие, оно, знаете, отозвалось в сердцах наших женщин. Вот. И мы также вот в этом году будем продолжать сбор гуманитарной помощи, пока военная специальная операция будет проходить. Мы, наши женсоветы, будут принимать активное участие в нем. Вы сегодня принесли с собой, я так понимаю, что это атрибутика Союза женщин, что вот эти вещи прекрасные обозначают, даже вижу, журнал у вас есть. Вот расскажите об этом тоже. Хотелось бы вот рассказать, что в нашем Союзе женщин выпускается журнал, он выпускается во всех субъектах Российской Федерации. И здесь публикуют женщин активных, достойных с каждого региона. Вот. На этот год у нас в планах опубликовать наших женщин. Это, конечно, сюрприз, я не буду говорить конкретно кого. И мы хотим сделать вот таким образом подарок нашим женщинам, чтобы о них узнали не только в нашем регионе, а узнали еще 89 субъектов Российской Федерации. Также у нас есть вот такие плащики, которые мы одеваем на разные мероприятия, футболки, значки, ручки, панамки. Вот, Союз женщин России активно идет нам навстречу, когда мы доделаем заявку по необходимости. А также у нас есть награды в Союзе женщин России. И вот следующий год, я думаю, он будет очень плодотворный. И будет у нас немало наград, посвященных нашим активным, красивым, умным женщинам. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. И, безусловно, я желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо вам.